Наряды для женщины – вопрос особый и волнующий. Новое платье – как новая страница книги. Особенно приятно, если эту книгу пишет сама женщина. Актриса Самарского академического театра драмы Надежда Попова. Блистать красивыми платьями привыкла не только на сцене, но и в жизни. Сама себе мастерица, дизайнер и портниха. Мне же приятно, когда я одеваю какую-то из своих, допустим, нарядов, да, сама сделала. Я смотрю на реакцию, естественно, людей. Я никому не говорю о том, что... А потом, когда разговор заходит о том, что я сама это сделала, люди удивляются, и это самое приятное. Исконно женской проблемой шкаф ломится, а надеть нечего, Надежда не страдает. Уверена, что если вещь хорошая, но уже надоела, выбрасывать ее не стоит. Фантазия и руки из нужного места помогут обновкой обзавестись и сэкономить. Это моя юбка бывшая. Вот. Мне настолько понравилась эта клетка, она уже... Так, лет 10, наверное, эту юбку назад у меня появилась, и вот я ее носила, но мне так жалко было с ней расставаться, и я думаю, ну, вот что-то надо придумать, ребята, что-то надо придумать. Вот, и долго искала вот именно подходящую ткань для верха, нашла, скомпоновала, и я очень люблю это платье. С юбкой я не рассталась, как пообещала, так и сделала. Большой плюс портняжного дела – экономия. Платье из хорошей ткани в фирменном магазине стоит недешево. Антикризисная программа. Шейте, люди. Украшения не только добавят изюминку и завершат образ, но и заставят сверкать новыми красками даже под надоевшую одежду. А бижутерия, сделанная своими руками, еще и энергетику несет особенную. В этом уверена актриса из театра «Самарская площадь» Анастасия Карпинская. Ради создания новой вещицы готова работать даже с химикатами. После работы облачается в медицинское обмундирование и с головой отдается творчеству. Я работаю с эпоксидной смолой. Для того, чтобы начать работу со смолой, нужно сначала ее замешать. Замешивается она в определенных пропорциях, и так как эта смесь химическая и довольно-таки вредная, то обязательно нужно пользоваться маской и перчатками. Удовольствие от хендмейда ни с чем не сравнимо, говорит актриса. После тяжелой репетиции или спектакля так приятно созидать и создавать. Время проходит незаметно. Да и окружающие ценят Настин вновь открывшийся талант не меньше. Друзья все счастливы и рады. На 8 марта весь театр получил подарки, поэтому грех жаловаться им. Вот. Для себя еще пока даже вообще ничего не сделала. Все только на подарки. Счастье, когда ты кому-то подарил этот подарок, а на следующий день приходишь и видишь, что этот человек в твоем изделии, и он горд этим, и ему нравится то, что тебе нравится, естественно. У меня слезы на глаза просто наворачивались, когда я видела, что кто-то ходил в моих изделиях. Украшения из смолы не единственное, чем помимо театра дышит и Анастасия. Поделки из фетра, папье-маше, проволока, бисер – все преображается в руках мастерицы в прекрасные эксклюзивные изделия. Кольцо это забила уже моя мама. Ей понравилось, я ей послала фотографию, она оценила, ей понравилось. Вот, в нем обычные цветочки на черном фоне. Вместо фона я использовала обычную ткань. Ткань причем была бордовая, под смолой она изменила цвет, оказалась совсем черной. Кольца пользуются успехом, в театре есть счастливая обладательница колец. Делать что-то своими руками – дело, конечно, по большей части женское. Некоторые представительницы прекрасного пола в душе навсегда остаются юными девочками. Взрослеют, но любовь к куклам от этого не исчезает. Я обожаю Федю, это Федя. Это дело в том, что это самая первая кукла. И вот когда я пробовала делать лицо, я была в него влюблена. Он смешной такой, у него огромный нос, у него какие-то странные губы. Вот просто какая-то дикая любовь. И вот сейчас до сих пор, когда я смотрю, я вспоминаю эти чувства, когда я первый раз в жизни делала свою куклу. Первую куклу актриса театра «Самар» Ольга Ламинская создала еще будучи подростком. Уверена, кукла годится на все случаи жизни. И домашний интерьер украсит, и в качестве подарка порадует, да и с практической точки зрения подойдет. Она помогает в ванной. Ну, они называются как бы феи банные. Ну, вот если рассказывать, что это кукла Тильда, одна из разновидностей, то это банные феи, которые держат ватные палочки. То есть я всегда прихожу, как бы здесь такой меня человечек встречает в ванной. Каждая кукла в коллекции Ольги имеет свое неповторимое лицо, свой характер. А вот создавать животных ей совсем не интересно. Они игрушки, вот. Они просто игрушки, такие мягкие игрушки. А мне кажется, вот у этих, у них больше судьбы, что ли, в них. У них больше характера. С такими талантливыми во всех отношениях актрисами можно не сомневаться, что даже в самые кризисные времена театр выживет. Они и оденут, и декорации сделают, и украшениями снабдят.